шапки для мамы, для папы и для меня. Салон головных уборов «Норка», улица Амурская, 103. Хотите сохранить молодость и красоту? Косметологи Академии здоровья предложат как инъекционные методики, так и альтернативные услуги. Реформирующий массаж для омоложения, профессиональные маски, эффективные чистки для лица. Академия здоровья подготовит к восхищенным взглядам. Здравствуйте! Смотрите прогноз погоды на ЗапТВ. В четверг, 8 сентября, переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северный, 3 метра в секунду. Температура ночью плюс 12, плюс 14, днем плюс 14, плюс 16. Атмосферное давление достигнет отметки 700 миллиметров ртутного столба и в течение суток будет слабо падать. А пока о погоде это все. Хорошего дня и до встречи в эфире!